Топай на обед, выгодный обед, топай на обед. Кинг, топай на обед. Кинг, топай на обед, только в Бургер Кинг. Всем привет, меня зовут Милана Хаметова, и это мое шоу «Обмани меня» на YouTube-канале Муз ТВ. Ко мне в гости будут приходить разные звезды для того, чтобы мы с вами узнали, кто же из нас круче врет. И у нас сегодня в гостях Милана Некрасова! Ура! Спасибо большое! Ура! Спасибо! Ура! Я думала, вы меня так долго ждали, да? Сегодня проверим, кто из нас лучше врет. Я думаю, Милана, потому что она уже натренирована. Но я тоже натренирована, потому что я раньше училась в школе и часто врала. Ну, в смысле, я тоже сейчас как бы учусь, но сейчас не вру. Все за меня сказала, я должна была это говорить вообще. А, да? Ну ладно. Смотри, насколько хорошо ты врешь? И как часто вообще? Вру я очень хорошо, стараюсь редко. Но не получается? Нет. Понятно. Когда ты последний раз вообще врала? Вчера. Сейчас? Вчера кому врала? Маме. Что она врала, что сказала ей? Я сказала, она что... Она не увидит ни в коем случае. Ну да, да, да. Она это не будет смотреть. Мам, прости. Мы скроем от вас. Ну, я вчера я врала то, что я сделала уроки, хотя я ничего не сделала, потому что я забыла легла спать. Сегодня будешь делать? Нет. Обязательно, мам. Обязательно. У тебя же мама Кристина зовут? Да. Кристина, она обязательно сделает домашнее задание за 11 сентября. Вот. Не переживай. Сегодня 13, за вчера было 11. А, и за 12 тоже сделаю. Да. Наверное. Так, ну тогда я предлагаю не тянуть и начинать, да? Ты готова? Да. Брать. Да. 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 Тогда поехали. Нас с вами впереди ждут 3 разных раунда. Победитель 2 первых раундов получает по 1 баллу за каждый раунд. А в финальном раунде уже за каждый правильный ответ будет начисляться 1 балл. Каждому из нас дается по 2 карточки с изображением звезды, а с обратной стороны написано 2 факта. Один правда, другой ложь. Соперники сами выбирают, какой факт им первым лучше озвучить. Цу-е-фа, цу-е-фа. Цу-е-фа. А. Все, ты выиграла. Ты а первая, типа, начинаешь? Ну, давай я первая. Давай. Кто тебе больше нравится? Бенедикт Камбрюч? Бенедикт Камбрюч. Что ты сказала? Или Леди Гага? Леди Гага. Так, хочешь правду или ложь? Давай правду. Ну, хорошо, окей. Эпатажная певица и актриса Леди Гага известна своими довольно странными требованиями. В частности, останавливаясь в отеле, знаменитость всегда требует, чтобы в номере было ровно 56 бутылок воды. Только не понимаю, почему не 57 или 58? Спроси у нее. Это ее любимое число, наверное. Я не спрашиваю, почему именно 56, а спрашиваю, это правда или ложь? Да я просто думаю, может, это ложь или это правда. Хотя... Все у своих причуд свои богатые. Так что я думаю, что это правда. Потому что ты мне такая сказала, давай правду, я такая, хорошо, прочитаю тебе правду, да? Нет, я просто сказала, что это правда. Хорошо, хорошо. Потому что у богатых свои причуды. Да, да, да. Это окончательный ответ? Да блин, что она так улыбается? Да. Сейчас скажешь, что это ложь. Да, это правда. Реально? Да, ты угадала, молодец. Конечно, она странная. Ура! Кто тебе нравится давай больше? Давай айфон. Айфон? Да. Стив Джобс. Тебе прочитать правду? Угу. Или правду? Правду давай. Хорошо, не, читаю лучше ложь. Прочитай. Хорошо, читаю ложь. Давай. Стив Джобс стал вегетарианцем, потому что верил, что сидящим на такой диете не нужно мыться. Это было в юности миллионера. Как думаешь, это правда или ложь? Без понятия. Давай. Ну смотри, iPhone, он придумал какую-то фигню. Это, наверное, потому что он придумал iPhone Apple. А Apple это яблоко. Значит, он, если был вегетарианцем, значит, он питался яблоками. А если ты питаешься яблоками, значит, не нужно мыться, понимаешь? Потому что ты чистый. А мясо, если ты ешь, то ты загрязняешь. Грязный, потому что мясо коричневое. Да, да. Яблоко зеленое это хороший цвет, значит, ты будешь чистым. Поняла?
Типа зеленый на светофоре это да. Да. Вот. А у меня соседа красно-коричневый, значит да, нет. Тоже типа. Нет. Угу. Что скажешь? Круто. Логика прекрасная. Вообще-то я должна была размышлять. Ну ладно. Ну давай, это будет ложь. Это твой окончательный ответ. Это мой окончательный ответ. Это ложь. Я угадала, да? И ты, конечно же, не угадала, это правда. Да ты... Тварь. Браво, молодец! Ура! Я проиграла! Теперь ты. Я, да. Вот этот вот челик. Мэйкишин. Как? Мэйкишин. Мэйкишин? Ага, окей, давай. Так. Прочитай. Легко. Камбербэтч. Бенедикт? Бенедикт. Камбербэтч. Продолжай. Правда. В 2005 году Бенедикта и его друзей похитили в ЮАР. К их машине подъехали 6 вооруженных преступников, связали молодых людей и увезли с собой. Но в скором времени бандиты выкинули пленников из машины. Ну так. Выкинули. Из окна. Прям вот так вот выкинули. Из окна. Ага. Это все? Да. Допустим, это ложь. А если это будет правда? Да мне все равно. Хорошо. Ну ты сама как думаешь, это будет правда или ложь? Да ложь! Хорошо, ладно, ладно, ладно. И это... Правда. Все равно молодец! Чё? Это правда. Чё за бред? У нас сейчас счет 2-1, но я сейчас могу все сравнять, и как бы мы будем вот так вот идти. Ага. Нет, тебе такое не нравится? Нет. Хорошо, давай теперь я. Давай. Это кто? Знаешь, кто это? Конечно. Кто это? Естественно, знаю, ты че? Ну, мне кажется, ее все знают. Кто это? Актриса. А зовут как? Так. Ее все знают. Ага, окей, я зовут Пенелопа. Смотри, я про... Ты про что, я правда или ложь? Ложь? Хорошо, читаем правду. Давай. Итак, Пенелопа Круз боится маленьких отверстий, поэтому не переносит пористого хлеба, обратной стороны кубиков, лего или плеч пчелиных сот. Плеч. Она рассказывала, что начинает испытывать сильную безотчетную тревогу, даже когда просто видит по телевизору мультфильм про губку Боба. Мало ли что может прятаться в маленьких глубоких отверстиях. Поняла? Итак, как думаешь, это правда или ложь? Ну смотри, ты мне такая сказала, тебе прочитать правду или ложь? Я такая, ну типа давай ложь, ты такая, типа ну окей, читаю правду, и понеслась на ложь. Поэтому мне кажется, что ложь. Ты уверена? Нет. А какой твой окончательный ответ? Да ладно, пусть ложь будет уже. Ты прям уверена. Просто мы с тобой смотрели Леди Гагу, и там было 56. Бесишь меня, ложь. Ты прям давай точно, ты прям, ты так, ты точно уверена. Прям вот ложь, да? Дверь там. Ну ложь, все, ложь, ложь. Хорошо, ладно. Итак, Милана Хаметова. И это... Это правильный ответ. Ура! 2-2! Блин! Почему я радуюсь? Она грустит. Потому что могло бы быть иначе. Чуть-чуть. Ладно, ничего страшного. Так, ну по итогам первого раунда у нас 1-1 пока что. Двигаемся дальше. Второй раунд. Это мое. Каждый гость выкладывает по 3 разных предмета на стол. Только один предмет действительно принадлежит участнику. Задача второго – понять, какой именно. О, у меня кольцо примагнитилось! Так, я первая начинаю. Не спрашиваю, почему, потому что я задаю тон. В этой программе. Поняла, да?
С какого предмета хочешь, чтобы я начала? Рассказывай. Вот с этого, да? Да. Смотри, это значит... это, короче, такая штучка. Она цепляется на телефон, вот так вот, короче, да? Да, у меня была такая в 18 году. Вот, вот. Вот так вот. И ты, типа, ты молодец, тебя хорошо видно, у тебя хорошее освещение. Вау, ничего не изменилось. Да. Вот, очень хорошая, на самом деле, полезная вещь. Моя, естественно. Так, все вещи твои? Да. Да, хорошо. Okay. Вот. Вот такая вот вещичка. Прикупила я ее себе. Вчера купила прям. А где покупала? Так, я же это, в моде. Моде, да. А, в акуле, заки. Акуле. Акуле, зака. Акула, да. Ну, знаешь, какой магазин акула? Макака. Я знаю, какой магазин акула. Да. Ну, вот, ты там ее, да, купила? Да. Да, хорошо. Вчера прям была там. Вот, потом далее идут вот такие два магнитика. Вот. Похоже такие, на пиявок. Знаешь? Да, на тебя похоже. Разокрой, продолжай. Вот такие, понимаешь, да? Это такой, знаешь, антистресс. Вот такой. Ты так, как, короче, должна делать. Какой-то звук неприятный, ну ладно. Купила их я и в Сочи. Вот. А что не в Геленджике? Поеду, куплю там. Не, вот эти штуки я купила, короче, в Сочи. Нафиг они мне нужны, я не знаю. Вот такая вот фигня. А это осталось у меня с Нового года. Это тебе подарила прапрапрапрабабушка, да? Нет. С поколения СССР. А, нет? Нет. Это мне досталось от подписчиков на фан-встрече в Новосибирске. Вот. Я не знаю, что это на самом деле, но вот что-то лежало в пакетах. Я просто уже весь дом взяла сюда, на эту программу. Я уже не знаю просто, что мне брать. Вот поэтому я решила взять такую штучку. Итак, я должна угадать, какой твой предмет. Да. Ну смотри, вот такая вот лампочка, да? Да. Я думаю, она тебе вообще не нужна. Почему? Это же моя. Да все твое, я знаю, да. Так... Вот эти пиявки, ты вообще обосрался, когда они примагнитились, поэтому это тоже не твое. Мое? А, да, все твое, да. А вот это вот, я думаю, тебе реально могли подарить, потому что... Ну хотя... Блин, я не знаю. Я подумала, либо вот это, либо вот это. То есть пиявки ты их обесценила полностью, да? Да нафиг они тебе нужны? Так в смысле, в Сочи купила. И чё, ты их чё, на холодильник клеишь или что? Так естественно, я каждый день их с собой ношу, вот так вот по два кармашка, и они мне удачу приносят. А, это твой талисман. Да, это ж у меня магнит для подписчиков. А-а-а. Ты поняла? Да. Вот так вот. Я поняла, да. Короче, либо ты эту звезду просто взяла, там, знаешь, каких-нибудь украшений для елки. У тебя же, наверное, скоро уже Новый год. У меня, да. Завтра. Я думаю, всех Милан так. И... А, блин, я не... Пиявки. Да не нужны мне твои пиявки. Думаешь, мне сейчас это только ударишь? Короче, мне кажется, что вот это твое. Вот это? Вот это? Ну, хорошо. На самом деле, смотри. Вот это. Не твое. Не мое. Пиявки не мои. Я думаю, тебе нафиг очень не нужны. Нафиг. Вот это. Не твое. Не мое. А вот это моя, мне кажется, самая бесполезная покупка в мире, в жизни, потому что я ее не носила никогда просто. Пиявка. Так вот. Вот это мое. Аплодируйте мне. Она не угадала, она лохушка. Я посмотрю на тебя. Так я уже знаю, что твое. Ага. Давай. Смотри, это банан. Так. И это? И он тянется хорошо, он желтенький такой. Я его покупала очень давно в Геленджике. В ларьке. В лавке, на пляже. На пляже. Да. На пляже прям стоит лавка, да, такая? Вот, ну, в общем, вот такой вот предметик. Ему уже около полутора-два года где-то. Да, нет, не два года, три года, потому что в Геленджике было три года. И ты, короче, да, ты такая переезжаешь в Москву и думаешь, самая необходимая вещь – это вот это вот говно из лавки, из Геленджика. Из ларька!
Из ларька, из Геленджика, да? Да, да. Два года назад купила ее. Да. Понятно? Три вообще-то, ты как ты сказала полтора-два. Я потом сказала три года, потому что 22 года был три года назад. Все, не перебивай мне дальше. Боже. Дальше такой вот барабан. Явно твое. Ну, не знаю. Вот. Ну, такой вот, короче, барабанчик. Покупала я его тоже в Сочи. Есть парк, сейчас как называется? Сочи парк. Нет, не Сочи парк. Есть парк с растениями. Очень много растений. Я не знаю, как он называется. Ривьера. Парк Ривьера, да. Mm-hmm. Вот там была лавка, там продавали всякие, знаешь, типа дуделки с звуком, как птицы там, я не знаю, mm-hmm. вот так поют. Да, все такое. Знаю. Вот, вот такая вечеринка продавалась. А зачем ты купила? Мне было 12 лет, откуда я знаю. Mm-hmm. Покупала с тетей и сестрой. Давай танцуй, например, что-нибудь. Okay. Все, достаточно. Вот, ну, в общем, покупала в парке Ривьера тоже в Сочи. Понятненько. И вот такие вот, короче, духи Дольче Габбана. Богатые, да, сильно? Очень богатые. Стоит... В ноздри засунь. Стоит богато. Пахнет люксом, богата. Тяжелым люксом пахнет, вот. Хочешь понюхать? Да, хочу, давай. Хочешь? Только не разбей, точно мое. Поняла. Вот, пахнет тяжелым люксом. Да, так вот. Ты не пронюхала, мне кажется. Да подожди, стой ты. Все. Туалетом, кстати, пахнет, тебе не кажется? Нет, это Дольче Габбана. Mm-hmm. Вот. Ну что, как ты думаешь, что мое? Я больше склоняюсь к духам. Но у меня еще есть предположение, что вот эта фигня твоя, потому что ты ее с самого начала тыкаешь-пыкаешь. Так что? Духи, духи, все, духи. А ты говорила, что я ими не пахну. Да. Ну, может, старые твои духи. Ну да, очень старые, прям по бутылочке видно. Да, да. Ты ему уже, как бы, они уже все раздрачены типа. Ну, ладно, ты скажи честно, ты уверена? Да нет, не уверена, и как я могу быть уверена? Все, блин, что ты меня путаешь? Давай. Все, ну давай, твой окончательный ответ – это духи? Да. Чел, точно? Да. Да давай же! Блин, ребят, капецно, конечно. Ну, короче, слушай, Милан, я тебе хочу сказать, то, что ты... Духи твои. Вот это вещь. Не моя. Вот эта вещь. Моя. Моя. Да, я знаю. Блин. Это чьи духи? А? Это твои духи? Да. Это они. Тобой вообще не пахнет. В смысле, чем я пахну? Говном? Нет, ну, не знаю. Да нет, ну реально твои духи как будто бы. Все, иди в жопу, давай, что там дальше? Так, получается, я угадала, ты не угадала. Вышло, что ты лохуш. 2-1 у нас в пользу... Милана Ахметовой. 2-1 в пользу Миланы Ахметовой. Идем дальше. Третий финальный раунд. Коробки. Каждому участнику по очереди выдается коробка с неизвестным предметом внутри. В коробке будет лежать предмет, либо карточка с описанием предмета. Задача рассказывающего – обмануть соперника, а задача второго участника – понять, правда ли говорит тот, кто описывает предмет в коробке, или нет. Я предлагаю, чтобы я начала, в принципе, да? Как тебе такая идея? Да, я тебя очень хорошо вижу вот посюда. Да. А ты меня? Так и должно быть. Я тебя по носу вижу сейчас. Шикарно. Ну, давай ты первая. По носу я тебя вижу. Да, давай по ты. По носу. Да молодец! По нос! Ага. Все, давай. А я тебя по запору. Раз, давай. Два, три. Открываем. Так. А что ты не смотришь? А? Что ты не смотришь? Я вот смотрю. Что, на карточку свою смотришь, да? Конечно. Так, смотри. У меня тут
У меня здесь чайник, внутри которого находится мех. А чайник какого цвета? Ну, белый-синий. Почему не посмотрела на чайник? Так я запомнила все. Я боковым зрением все вижу. А мех какого цвета? Мех? Ну, как будто бы, не знаю, лисиный какой-нибудь. Ну, какого цвета лисиный хвост, например? Оранжевый, мех. Желтый. Ага-ага. Агу-га-га. Угу. Так. А ручка у чайника какого цвета? Ну, белая. Он весь однотонный? Он весь однотонный, и знаешь, там есть такая штучка в чайнике прозрачная, где видится, сколько воды наливается. Вот она синенькая. Синяя? Угу. Окей, хорошо. Слушай, мне кажется, что у тебя... Что у меня? Карточка? Да нет, мне кажется, предмет у меня. Думаешь? А я думаю, это карточка. Ну, хорошо. Это твой окончательный ответ? Да. То есть ты уверена на 1000%? На 1001%. Ну, давай, хорошо. Раз, два, три. Как тебе такое? Ну, что, теперь я? Да, давай. Прочитала все? Короче, смотри. Так. У меня здесь... Так. Лампа. Лампа, да? Лампа, которая... Лампа... Обычная лампа? Обычная, самая обычная лампа? Да, да. А какая, типа, лампа, лампочка, которая вкручивается там в светильник, либо лампочка, которая стоит на столе, лампа, типа, там, ночника? Я, ну, наверное, которая как ночник, типа, знаешь, там еще для учебы, может, ну, не знаю, короче, для учебы, поняла. Типа. А какого цвета? Цвет... Сейчас. Ну ты посмотри, ты же можешь посмотреть. А, да, точно. Да. Голубой? Голубой, да? Да, он такой, типа, голубой-синий. Голубой-синий. Вот прям да. Как вот этот, да? Ну, типа, да. Угу. Ну, хорошо, хорошо. А какого примерно, ну, размер? Ну, она вот такая, типа. А еще там вместо, в лампе, короче, вместо лампочки есть такая штучка, и знаешь, например, вот такие сетки с фотографиями или досочки, и там такие типа прищепки вот так на фотографию, да, поняла? Да, да. Вот, и там такой типа шарик, вот шарик такой а типа... А из чего шарик? Ну, пластик. Пластиковый шарик. И туда воткнуты вот эти штучки, да? Да. А какого цвета пластиковый шарик? Прозрачный. Угу. Вот, а он типа за место, ну... Мне он, кажется, я уже знаю, что это. Он типа за место лампочки. В этот шарик. Вот. Вот так вот. Короче, все гости, когда у меня бывают, они, короче, первым делом, знаешь, когда у них, например, предмет, они пытаются, типа, сделать вид, что там карточка. А когда там карточка, они пытаются сделать вид, что они вот смотрят на предмет, объясняют. Короче, мне кажется, у тебя предмет. Ты уверена? Ну да. Ты прям на все 100% уверена? Да. Угу. Хорошо. Так я сейчас лоханусь, если это будет карточка, да? Ну, я хочу сказать тебе, что это... Yes! Блин! Супер! Ура! Блин, чё я так лоханулась? Второй раунд. Давай тогда уж начнёшь ты. Так что ага. Да? Хорошо. Давай, начнём.
Да-да-да. Короче, у меня здесь, типа, короче, вот есть... Я теперь знаю, как определять. Все, давай, говори. Короче, есть, типа, знаешь, клетка, например, там, как от попугая. Так. Да, вот такая железная, короче, клетка. Маленькая? Да. Маленькая, давай, дальше. И в этой клетке, короче, есть бутерброд. И он с икрой. С икрой. Да. А икра какого цвета? Красного. Там черная. Красная. Красная, не оранжевая, прям красная. Красно-оранжевая такая, ну, как обычная икра. Так, а клетка какого цвета? Серебряный. То есть больше там ничего нет, чисто клетка, да, внутри бутерброд с икрой? Да. А там, типа, есть что-то еще на бутерброде? Или там чисто хлеб и икра? Чисто хлеб и икра. Мне кажется, что это предмет. Ты уверен? Нет. Но мне кажется, что предмет. Это твой окончательный ответ? Да. Хорошо. Что ты сильно радостна? Это... Да ты какашка. Ладно, молодец, молодец, молодец. Хорошо. А зачем закрывай? У меня только примерно появилась логика, как, типа, определять, у тебя предмет или не предмет, и ты мне ее сломал. А я воспользовалась твоими словами, которые ты мне сказала, да. Нет, помогло. Спасибо. Так, открываю. Раз, два, три. Хорошо. Так. Тут находится сковородка, обычная сковородка, с красной ручкой, и внутри, тут, короче, слайм, и не слайм, а больше такая, знаешь, слизь, вот, полная сковородка. Ага. Все. А сковородка какого цвета? Серебряная. То есть она металлическая такая? Ну, да. А слайм какого цвета? Синего. А ручка какого цвета? Тоже металлическая? Красная. А слайм какая текстура? Клауд или, может быть... Слизь, говорите. А, слизь, типа как... Как прям ужасная слизь. Не слайм, а слизь. Которая еще в пятерочке там, может, подается. В таких баночках, как будто бы от этого, от конфет кислых. Я поняла тебя. Блин, меня запутали просто по жесткой. Так, ну, короче, я думаю, что у тебя... Какая еще раз ручка? Красная. А слайм? Синий. Ой, да, синий-синий. Я думаю, у тебя карточка. Ты уверена? Да. Ты на 100%, да, уверена? У тебя есть последний шанс поменять. Да, я уверена, на все 100%. Ну, хорошо. Показывал. Ладно, молодец. На данный момент счет у нас составляет 4-3 в пользу, в мою пользу. Вот. И у нас будет сейчас еще один раунд. С коробочкой. Да, еще одна коробочка, вот, в которой все решится. Кто же у нас здесь победит? Я победил. Я победил. Посмотрим. Ага. Кто сейчас начинает? Давай на цуефа. Давай. Цуефа, 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 цуефа. Короче, здесь кукуруза. Кукуруза.
кукуруза, и она в колготках. Так, в каких колготках? В капронках? Нет. В каких? Обычные колготки, школьные для детей. Какие? Цветом? Зеленые. Зеленые? Да. Теплые? Да. А как ты поняла, что внутри кукуруза, если они теплые и не просвечивают? Нет, тут кукуруза, она, короче, чуть-чуть типа высвечивается, и половина кукурузы в колготках. Ага. А с какой стороны колготок? В смысле? Ну, со стороны ног или со стороны жопы? Нет, сторона жопы, одна полоска, сторона... Ой, сторона жопы, две полоски, одна да. Сторона обычная, одна полоска. Ты не шаришь. Она сторона ног или сторона жопы? Это какая сторона? Да вот нет. И там, и там. Нет, жопа это две полосочки, а не жопа это одна полосочка. Что ты вообще мне тут рассказываешь? Мы носили колготки, мы знаем. Здесь... У тебя были колготки с косочками на коленках? На коленках? На коленках с кошечками. Да. Да, мне кажется, не у всех в третьем были. Классе их носила. Ну, здесь, короче, сторона жопы. Угу. Хорошо. А колготки какого цвета? Зеленые. Зеленые. А кукуруза? Она желтая. Желтая. Кукуруза желтая. Она из какого материала кукуруза? Как из кукурузы? Или, ну, может, там искусственная кукуруза, не знаю. Из обычной кукурузы. То есть там больше ничего нет? Ты меня запутала. Ладно, давай я скажу наугад. Допустим... А у тебя в первом раунде что было? А у тебя был предмет, потом бумажка, и вот сейчас что? Допустим, пусть будет... Ладно, я не знаю на самом деле, но пусть будет бумажка. А твой окончательный ответ? Бумажка. Бумажка. Ну окей, хорошо. Чего ты меня смотришь? Давай, все, я думаю, что бумажка. Точно? Да. Хорошо. Не хочешь, да, признавать свою ошибку? Да нет, потому что это... Да! Блин! 5-3, у тебя нет никаких шансов. Все как бы, понимаешь? Я уже все, выиграла. Все, давай тебя я уже этого. Выиграла. Ну хорошо, давай. Чел, давай без этого, все. Давай, начинай. Я подсяду. Нет, иди. Так, открываем. Хобана. Так, тут у нас, значит. Короче, смотри, здесь шлем, и в него воткнут молоток. Воткнут? Воткнут, не знаю. Да. Шлем? Ну, прям, да. И там шлем, внутри... как знаешь, эти... Мотоциклисты носят. Угу. Ой, не мотоциклисты. Нет, подожди. Строители. Нет, больше, нет, больше такой, знаешь, защитный, когда на роликах катаешься. Какие-то. А, защитный. Ну, типа, да. Не, вряд ли мотоциклисты, потому что у нее нет этой штучки. У них тогда. Да. И в него воткнул. Да, молоток. Молоток какого цвета? Обычного. Серого. Ну, сам молоток серого, а ручка деревянная. Деревянная. Да. А шлем какого цвета? Черного. С красным. С белым. А с какой стороны воткнут? Там, где башка. Я думаю, это предмет. Ты уверена? Да. На 100%, да? Да. И это? Предмет, молодец! Вот это вот, кто это придумал? Ну ладно, хорошо. Допустим,
Молодец! Ты проиграла? А, да? А, я реально проиграла? 5-4 у нас. Нет, я, значит, проиграла. Да. Нужно признавать свою ошибку, свою вину. И нужно присваивать себе свою... Все, короче, бесишь. Так как у нас Милана проиграла, она должна сейчас разыгрывать вещи. Что ты принесла? Я принесла с собой, я забыла. Извини, Милана Хаметова, извините, пожалуйста, я принесу предмет обязательно. Сейчас монтажер вставит сюда видео с моим предметом, который я разыграю, и забыла сюда принести. Ребята, ну вот и приз, о котором мы сейчас говорили. Это вот такой вот чехол для наушников AirPods с моим автографом. И его я разыграю в комментариях. Ну и поэтому, ребят, если вы хотите выиграть этот прекрасный приз от Миланы Некрасовой, то обязательно пишите в комментариях, что писать. Например, хочу приз от Миланы Некрасовой. Так и пишите. Да. Вот, и мы выберем одного человечка и отправим вам. Неважно, где вы находитесь. Хоть на Марсе. Хоть на Марсе. Мы вам отправим приз от Миланы Некрасовой. Ну что, тебе понравилось? Очень. Ты повысила уровень своей лжи? Да. Да? Да. Да. Вранья, да. Булин. Ну что, спасибо тебе большое, что сегодня я здесь была. Спасибо тебе большое. Тебе. Вот. Все. Пока. Всем до свидания. Всем до свидания, дорогие зрители.